Итак, друзья, нам с вами нужно растрясти ручки. Растрясти пузяки. Вот так, молодцы. Ладно, что здорово. Поехали. Пасмурная погода веселому выходному не помеха. На обновленной Крымской площади многолюдно. Большой детский праздник собрал около сотни самарцев. Многие пришли отдохнуть всей семьей. Привели в порядок, сделали все. Замечательно стало. Можно и с детишками, и с семьей погулять. Да, праздник уже второй раз проходит, нам очень нравится, все замечательно, хорошо. Прекрасно, что появилось такое место недалеко от дома, где можно погулять, где можно отдохнуть всей семьей, с детишками, тем более такой праздник устраивают, очень, очень приятно. Прийти в выходной день на такую красивую площадь с детьми, дети у нас маленькие, им интересные, фиксики, и сладкие эти подарки всякие, вот, нам очень нравится, очень приятно. Площадь преобразилась, есть где посидеть. Гномиков и ежиков из пластилина малыши делают на мастер-классе под открытым небом. Здесь же создают картины из шерсти. Для детей на самом деле очень легко. Здесь вместо красок мы используем шерсть. И так же, как красками, накладывая мазки. По примеру вот этих работ дети делают поделки в технике сухое валяние. Используют основу, на нее накладывают шерсть, 10 минут времени и картина готова. Любой желающий может ее забрать к себе домой на память. Здесь же можно полакомиться бесплатной сладкой ватой. Детский праздник «Веселые ребята» организовала администрация железнодорожного района и депутаты городской думы. Крымская площадь уже полюбилась самарцам, полюбилась жителям района. И поэтому мы подумали, что именно надо на Крымской площади сделать большой детский праздник, чтобы это было больше, чем просто праздник двора, чтобы это был такой уже праздник прям района. Такие праздники станут доброй традицией, обещают районные власти. Уже началась подготовка к новогодним праздникам. Елена Малютина, Максим Гусев. События.